Мы купим галочки и дадим их нашему подписчику Иса. Мы будем покупать вилки. Вот он. Кстати, вот она вилка. Кстати, тут еще автобусы едут. Road Close Expect Recycle. Мы купим тебе автоматы, и там намного-много. А еще не надо туда деньги класть, можно просто покрутить, и все, тебе жвачка выйдет. Или ты хочешь это? Какой ты хочешь? Помню. Мы отправим тебе вот эти два. Мы еще себе купим. Я возьму себе клубничную. А я возьму себе вот такую. Или мясо. Хорошо. Вот эту мягкую штучку купим. Курочку. Анкл, как ты думаешь? Ему курочку какую-то. Ну, чтобы мягко спал себе с курочкой, чтобы ужасы ему не снились. Давайте ему купим робот-пылесос, он сам убирает. Его питомец есть? Питомца нету? Ребята, нам непонятно, что вы еще ему купить? Может быть, щетку? Давай. Может быть, щетку заберем? Давайте проверим. Может быть, органическую? Давайте купим органическую. Вы взяли другую щетку, потому что там одна упала. А еще, вы знаете, это прическа? Вы знаете, кого? Прическа это кого? Леонардо Ди Каприо. Извини меня, друг. Давайте тогда, проверим. Давайте тогда ему вот эти и вот эти отправим. И вот эту щетку. И вот это. Да. Это я вам покажу. Мне кажется, это уже хватит. Ему таких, ему вот столько хватит. А еще не забыл. Нельзя забывать оплатить. Мы же не воры. Воры всегда уходят не платившим. А все тут платят. Полиция, не поймайте. Вы видите мои глаза. Thanks, have a nice day. Ребята, мы уже все оплатили, и мы выходим из магазина. Он уезжает. Он уезжает. Опа! Да куда он? Нам что, не жалко вас? Понимаете, потому что мы же подписчики. Каждый подписчик для нас важнее. Ребята, вы как наша семья. Вы всегда вместе с нами смотрите наши видео. Мы сейчас на связи с нашим подписчиком. И смотри. Я жду свой подарок. Подписчик очень терпит своего подарка. И мы
будем ставить подарки прямо в этом пакете. И тут есть, где надо ставить. Ставим, ставим, ставим. Это то, что нужно. Где там птица наша? А, вот она, до сюда. До сюда эта птица. А я? Да, эта птица сюда даже влезет. Не влезет, не загадет. Конечно, эта птица влезет. Не влезет. И вот, вот это за наш дорогой подписчик. Твой подарок уже полный. Дорогой подписчик, твои подарки придут завтра. Да, они придут скоро. Смотрит, чтобы все подписались. А еще твои... Англии уже присылают мне мою посылку. Буду с нетерпением ждать. Когда я ее заполучу, я сделаю обращение к вам, что я ее получил, и дам вам знать. Буду дальше я рассмотреть и наблюдать за вашим выступлением. Вы очень хорошо ведете блогинг. И желаю вам всего самого лучшего. У вас будущее впереди. И больше будет просмотров. Да. Не расслабляйтесь, полный вперед. Мне очень интересно. Пойдемте в почту, ребят. Мы не закрыли его. А еще, где почта? Итак, тут мы поставим почту, и она придет скоро. Когда скоро? Сколько мне надо ждать? Неделю надо ждать, неделю. 5 рабочего дней как минимум. Здесь наш подарочек, милый добрый. Иса, твой подарок прибудет. Дай знать, если он прибудет. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Вы будете на канале Микаэла дальше. И не забудьте нажать на колокольчик. Мы будем на канале Минкан. Дальше. Всем пока!